представляй. Нормально. В этот. Принеси метелку. Ты не поправил. Антифриз, посмотри. Игорь, залезь, посмотри антифриз. А за веником идти. Антифриз возьми, посмотри. Как и должно быть, да? Ну, все нормально, значит. Насос поменяли топливный. Вернее, не поменяли, а ремонт. Отремонтировали. Но что-то мне совсем не нравится. Всю течь устранили. Топливо у нас через такой фильтр идет. Сейчас посмотрим, как он работает. А, сюда иди, Миш. Иди снимать будешь. Вот отсюда иди сними. Так, снимай, чтобы он попал туда, вон, видишь? Угу. Слышь, а что здесь ключи валяются? Где? Вот. О, один, чисти, весь чисти. Это химчистка называется. За 100 рублей. За 100 рублей будешь чистить? Стучит как-то он и троит. Короче, газу даешь до упора, ну, под нагрузкой, работает ровно. А вот сейчас стучит, троит как-то, бля. Так что, что-то не то, совсем не то. Ну вот и все. Сегодня какое у нас число? Ну, блин. В карманах, куртка новая, запутался. Сегодня у нас 18 января, пятница. Погода плюсовая, но метет снега. Хрен знает сколько. Ну ладно.